А если бы был бы ДЦ, он бы 3 тика выдержал, короче. Шкаф. Надо фласточку выпить. Шкаф, шкаф. Блядь, где-то у меня еще препоты Причем у нас были. Лок неплохо дамажит, лучше ему мощно луче постоять. Потому что если Лок умрет и все СПДшники потеряют ДПС. А что тебе Лок даст? Какой СПД? Он же не демон. 13% Лок дает. Шкаф ставить? Чем? Курсы. А, ты имеешь в виду это, что кидает он на 5 минут? Так, а она же это, он умрет, она будет висеть. Мы его резнем, у нас один БР есть. Ну ладно, ладно, ладно. Окей. Главное захил по тому, кто на синем стоит, и этот... Главное, чтобы на него лужи не кинулись, тогда нормально будет. Да, лужа может кинуться, главное, чтобы не на фулстаках, а то там шоты, и то синеряно. Ну, был бы... Ну, блядь. Я когда на луче стою, вообще все лужи просто в меня летят, я хуй знает. Такое... Блок на синий. 3. Два пристабафа осталось, поэтому... Я зеленый, да, беру? Ребят, зеленый не перегораживайте тогда. Пожалуйста. Надо фласку на скорость еще выпить, надо. Короче, рога пулемет у нас, ебать. Первая на мне была, вторая вон еще где-то под босс. Это сейчас третья будет. Может, здесь повезло. 10 секунд фаза порталов, ну, дыхание или что-то. К телескопу бегите сейчас. Я в эту сторону побегу, чтобы на меня дыхнуло. Все, бежим. Побежали, 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 побежали. Бегите к телескопу. Побежали. Это еще рано было. К телескопу, сука, рано. Это не телескоп там. Да что? Зачем к телескопу, блядь? Какая разница? Просто раньше нужно набрать. Ты что, не русский, что ли? Дыхнул. Что, блядь? Сказал к телескопу, ясно. Бегите. А, ты имеешь... Я понял почему-то, ну. Все, ложимся, да, Слава? Пиздец. Ну, конечно, а чё? Да, ребят, Слава не говорил, ты эту хуйню... Ложимтесь. А, все, я-то виделась. Умрися. Можно либать, это, блядь, не игра, это просто пошли не нахуй. Блять, у нас... Мострел, да? Не успел, можешь убежать просто. Не-не-не-не. Бегите. На... Я по-русски говорю. Вы не русские, что ли, или что? Вот здесь собрались. Китайцы, блядь, или что? С кем я в рейде, блядь? Объяснил по-русски. Бегите к телескопу. Вы собрались тут нахуя? Нахуя на мне РЛ, блядь? К телескопу бежим. Все, и никаких ебаных вопросов, нахуй. Все. Он поворачивается на того, кто ближе к нему. И в ту сторону дает плевок. Вы у телескопа, он будет смотреть не на вас. И все, блядь. Никаких ебучих вопросов, блядь. Зачем, почему, как, нахуй. Просто бежите к телескопу ебаному и все, оббегаете вокруг и бежите на другую сторону. Ебать его обязательно. Че обязательно? Да не обязательно. Ну, типа там на большом рейнже будешь сам увидишь, типа. Не обязательно круги нарезать какие-то. Просто вы бежите в ту сторону, а я ближе остаюсь к боссу в этой стороне. Блять, я главное сказал заранее, блять. Вы побежали один хуй сюда, блять. Как будто пиздец. Он типа плюнет это. Типа, в любом случае. Я объяснил, он плюнет в ближайшего игрока, в его сторону. Вот и все. Я в стороне, вот туда, куда мы поставим его, возле портала, а вы в стороне телескопа. Он на вас не смотрит. Вот и все, что вам нужно понимать. Ни ханта, ни хуя у вас нету. Да я забываю стерею, то ебаном. Сейчас спорю. Да, а почему нас убили вообще?
Бля, не надо, не задавай лучше. Сейчас просто к телескопу побегайте и все поймете, блядь. Да не, я просто без этого, без войса сидел, общался. И самое главное, лужи старайтесь, типа ждите эти лужи, их три там будет, среагируйте на лужу и все, заебись будет. БР только один, одна только смерть может быть и все. Все готовы. СС еще можно дать. С СКБ. Два. Один. Да Кресал Док Ара. Это будет красивая победа. Отойди с зеленого луча. Озвучивайте там на ком дуже. Я не вижу никого. Ну, вот это нам надо. На танке. Наша мания звезды. И последняя вроде как осталась. Чем Ера не довалена? Телескопы, дислоцируйтесь. Ребят, телескопы бежим. Прям до Талова. Вот и вся история, блядь. Че, по стенке можем к тебе бежать? Да. Давай. Ботва за мной. Ботва, блядь. Ну, клоун, блядь. Клоун слайк, ну че поделаешь, блядь. По жизни клоун. Давайте всё. Геру по всем, пока все живые. На петов лужа кидается? Нет, там кто-то стоял. Вместе не стойте, друид, разойдись с миликом. Лужа кинется, сдохните. Ну, мы, по крайней мере, успеваем. Ну осторожно, вот три лужи. Или еще будет. Еще вроде третий. Да, успеваем, то есть все по-другому. Телескопу съебывайтесь. Быстрее, быстрее. К телескопу. Что-то как долго бежали, не был. Он плюет в того, кто ближе, Слав. Ну. А и ближе всех был я к нему. А чё ты к нему стоял? Ну, я же на зеленой в углу там был. Ты в углу стал, что ли? Ну, я на зеленой был, на луче, а в углу. Ой, мои люди, победите. Ты хочешь сказать, ближе меня к боссу был, что ли? Конечно. Блять, нахуя, ты к телескопу-то беги. Я тебе объясняю, я бежал, я стоял в углу в зеленом луче. Нет, вопрос у нас, где башмаки, блядь? Ты дурак, что ли? Какие башмаки? Ну ты тогда это, зеленую а скорость понажимай. Зеленую власть крови. Власть нечестивости. На скорость бега. Ну, у меня башмаки сломаны. Пойду, ремонтировать. Что-то грустно все. Паук, ты больше чувак, человеку. Да нихуя грустного. Просто зеленую скорость нечестивости нажмешь и все, и успеешь. Больше человеку, который играет танком, ну не задавай вопросы, где сапоги. Потому что мейн танком человек, когда играет, нахуй, у него кожевничество обычно вкачано. Ну что? Вместо инженерки. Ну, не считая вара там.
Да нормально, сейчас зеленку нажмешь, успеешь. Я говорю, я на зеленке бегал. Нормально на зеленке получается. Почни ханта выбью спит. Арчи, какой ты злой, но. Суманите меня, пожалуйста. Блять. Что-то я не заблудился. Заебали нахуй, блять, время нахуй. 11 час вечера с работы звонит, нахуй, пиздец. Может, обувь на работе забыл, не? Механик просто пережал пиво, нахуй. Перебежка очень простая, блядь. Не видит, не прослакать. Главное, скорость нажмешь и успеешь с угла с этого избежать. Гошка, флок. Войду суманем. Варлок. Я вообще буду в анхоле этой спеки нахуй. Полностью под зеленкой бегать. Амончик, спасибо. Чё-то поставили шкаф и нихуя не суманули Войда, блять. Да нахуй надо. Зато меня суманули. Хотя я тут стоял. Рыба уже отсел. Рыба. Я еще думаю, блядь, три портала, нахуя я, короче, жму. Сбил каст, блядь. Смотрю потом, те, кто порталы жмет, нахуй таргеты меняют каждую секунду. Запускаю, короче. Три секунды. Один. Грызал меня на трёх, это будет красивая победа. Ну, сейчас это, отойдите от зеленой. Ну. Шаман, Лен, где твой тотем? Нахуя тебе элементаль, блять, огненный, дружище? А почему я под зеленый больше ДПСа выдаю? Не знаю. Так должно быть, Слав? Там разницы особо нет. Чел, ну я тебе скажу, блять, на 300 ДПСа больше уже. Я имею в виду, что... Ну, хоста может быть проки пока что. Да, я на книге. Просто пул 15. Готовьтесь, телескоп. Пошли. Зеленка. Че, бежим, Слав, к тебе? Ага. Там Рога просит истерию ему заряжать. Ага, блядь. Сейчас истерию, короче, и Геру дадите, когда поставим. Секунд через 5 там. По стаке, по стаку. Да, зеленый в углу, конечно, неудачно был, да? 5 секунд прошло. Не, шаман. Слава, я мог за 5 секунд бы, как ДБМ бы проанонсил, сам убежать. Просто я, ну, давай, чмо, давай. Короче. Баша. Главное вот эту перебежку сделать, и ДПС до жопы, нахуй. Жди падать тут. Да, хватает. Ага. Не, ну...
и готовьтесь к телескопу. Сколько стаков нахуй? Сколько там? 43, 40. Все, побежали к телескопу. Вот идеально, блядь. Вот так заранее говорить по стакам, нахуй, все бы, блядь, отбегали всегда. И штанку похуй. Бегите же, чё вы стоите? Чё вы там дрочитесь, блядь? Бегите сюда. Ебать, нихуя вы цирк устроили, ебать. Стоят, что-то прыгают там, блядь. Нихуя. Нихуя. Чё? Это залупа какая-то. Красная. Блядь, 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 красная. Пардон. Это забирайте лучше. Что-то он за книжки решил зайти, вы видели, блядь? Чё, победный, видимо? Так, что там по стакам? Там мы сколько-то проебали. В стаках на 40 готовьтесь, типа, уже срываться с места. Готовьтесь, готовьтесь, уже скоро. Пошли, побежали. Лишь когда все убегают, он даже не дышит. Что-то сколько? Метров 50, может, у него, я не знаю, или 60. Да так вот еще. Я и говорю, все убегают, он не дышит вроде. Ну так это если... По идее так и должно быть. Раньше, понимаешь, еще когда начинал дышать, и все начинают это, убегать нахуй. Ну, он начинал кастовать, и все когда убегают на дистанцию, он переставал кастовать, оно прерывалось. Да. А сейчас не прерывается. Ладно, на следующую бомжей заряжу. Стерею, да? Слава, так же, да, бежим? Угу, бежали. Бля, в окно не получилось. О, глыбы прожимайте. По стенке. Кто не добежал? И ладно. Да. Ну, ну, точнее, кота не умеет. Я в него плюнул. Сейчас добьем. Давайте подхиливаю всех быстрее. Жарим подхиль. Блять, вы что, дрочите или что? Ебать. Просто... А чё? Пила секунд. Чё за хуйня, нахуй? Часа по два без хиля. Хиля, верно, эндемик себя хилит, сейчас сдохнешь, нахуй. Арчи, начинай хилить, блядь. Не это, не выхиливаются. Блядь, сейчас сдохнешь, блядь. Лок, сходи. Давай, значит. До Палова стоим, Слава, бомжей вызывай. Да какие бомжи, они не помогут. Они дамагу дадут. Лучи, главное, в босса не пустите. Бьем до Талова. Все там 300 тысяч добьете. Сейчас 50 хп. Прожилки отдаем. Так вот и сука. Ебать, плечи ему, блин, нахуй.
что, заебись, плечи, думаешь? Не знаю, сейчас гляжу, нахуй, мои статы и эти статы. Говно плечи. Говно. Ауга, тише, будь, но. А у меня 219-е, Слав. Лучше будет, да? Ну, смотри, мои дают 119-30. Тут 137 плюс синяя гнида, конечно, блядь. Понимаю, кристалл бездны, блядь. Мантия Абибосина выиграл. Чё, ну молча? Опа, а чё там за чешуя? Не сагрите моба. Чё, мы будем это? Сначала подождем все, блядь, подхилимся. Ладно, из-за того, что ты далеко лежал, короче, здесь сделали, блядь, рейндж этот с лутом ебанутый, блядь, долбоебовский обмен на сервисе. Угу. Типа даже в РЛК, короче, знаешь, в ОКО этом ебан. Не долетаешь до где дракона. Очень похуй. Плюс не получается. Чё, шахматы давайте, тоже ебну модель. Ну после Молчезара ебну. Блядь, шмотки нахуй полутал. Охуенно. СП в этом нет, кстати. А ты спал зачем? Магию снимать. Нет, я понимаю. Ну, в смысле, на Малчу он разве нужен? Да вот на этого моба он нужен, да, с этим. Эндемик. Что ловко там камни делал, блядь. Как ты шаришь? Вижу, блядь. Насыщенный вокруг зоны. Чё ты подглядываешь? Я просто загляну тебе в карман. Он заглянул в твой мозг. Чё, давай шахматы разъебём. А чё тебе потом надо что-то оттуда? Сначала они на изи проходятся, ебать. Может, потом шахматы. После Молчезара. Главное не дать пройти, нахуй, к четырем персонажам и все. А, не помню, что надо с шахматами. Таблица. Блять, что-то запарился пешком, бегу заебись, блядь. Вот на четыре потонуться, ну. Ебать, караван. О, я сейчас шахматный меч хочу одноручный. Там пусть. Трансмок. По привычке. Последний раз, блядь, в каре был, когда еще. Только к этому не попал. Но. На самом деле Славик там такой себе мне, для меня лут конкретно. Сейчас ману порезаю. Уже намал? Да. Вы говорите, из носа козявку показываете ее верно?
чё, на этом ПД Анубата убьем? А чё, на том не убили? А, ну да, точно. Хао психанул. Ну, если никто не психанет. Я вчера собирал этот ИК за Мишку, короче. Пришли, ну, все били такие. Затанчил соло первого босса, Жараксус, ладно. И такие чемпионы, блять. Ну, а я говорю, помогите, типа, нахуй, я альянсовских ников не знаю, и кто там, кто есть против. Ну, типа, это. И как, короче, давай падать, нахуй, раз упали, два упали. ДЦшник там какой-то, этот, кто он. Короче, офицер гильдии, что-то, блядь, падает, я хуй. А там еще 3 милика, потом 3 ДД, 1 милик. Короче, ебучие составы, блядь. И челики, короче, ну я не знаю, один маг там не одупляет. И за свой класс вот как, ну, ни с костов сбить, ничего не сделать, нахуй. Вот если ты шаман, ты должен сбить, нахуй. Ты должен спуржить, диспорить. Должен все сделать, нахуй. Плетение поставить. Я там, ебать, вихрь даю, корни даю, нахуй. Таун даю, стан даю, все, пизда, нахуй. Раза давай 3 в салу, 4 реально. Падали, блядь. Давай в салу. А захилит эндемика, нет? Нет, простите. Блять. Давай, ты вроде спекался в сову голую. Давай в сову лучше. Да не, кот лучше будет. Ну хуй знает. Сова, залупа. А этого апнет рогу. Спекайся, Африка. А ты через что играешь? Рогу какой-то, мука. Комбат через чё? Через потрошение, блять. А чё ты через потрошение? Ты бы через раб чё играл? Не играл через рану? Ванну? Дайте рыбу. Дайте пожрать. Так она же заебись, когда РП нету. Лапу, каску. Спасибо. А чё тут диспелить надо? Чё, надо хуя бьёт эта хуйня? Ну ща проверим, ебать, хули нахуй. Похую вообще, блядь. Да, дам спула. Короче, я вам так скажу, блядь. Ребята, блядь. У меня, короче, это самое. Обзора нету, нахуй, так что смотрите сами. Если будет хуёво что-то с метёром, я буду в другом месте его танчить на следующем трае. Да, истерию лучше не давать, это... Один. Группа не спала. Это будет красивая победа. Баффа нет. Кульда летит, там сами смотрите. Блин. Клинтом. Лес ее. Блять, меня Миша в коте передамаживает. Вот сучу. К нам вроде летит, но. Нормально стоим. Дай. Нахуй его резали, кстати. Блять, я тут. Я ебу нахуй. Вы чё, дрочите или чё, блять? Я только увидел 1%, побежал тут сразу спрятан, блядь. Побежал,
Так куда ты душу на самом деле? Ты как будто заснул. Тебя не прохилили или что, я не понимаю. Появился 1%, я начал бежать. Он сразу с блеском меня откинул. Ты заслакал, так и говори в следующий раз. Не походу. Просто, блядь. К нам летит, Слав, прям к нам. Или в ворота. В ворота. К нам, да. Ребята, у которого 1% хп, я хуй. Что, вывести, что ли, надо отсюда? Ну, лучше бы, да. Буду... Давай, не иди по прямой, аккуратненько. Веди к той стене дальнюю. Жду. Да, вот это как раз первый исчезнет слева от тебя, который... Так, блядь, летит, вас. Слава, сюда летит, нахуй. Куда? Прям у вас. Пролетит мимо, к стенке. Нормально. Похуй, все, у нас не заденет, нахуй, мечтуй. Эй, ладно, красавчик, топовый, нахуй. Топ. Да, я ебал, короче, эту хуйню, блядь, пиздец. Ложимся, в огонь заходим. Да зачем два всего лишь? Да мне похуй, а потом три всего лишь, нахуй, а потом четыре, нахуй. А потом прошло еще полчаса, блядь. Ёбаные бомжи, блять. Давайте как-то без смертей, блять. Без вот этой залупы. Залагал там, засосал, блять. Ауга не сдохнет, нормально будет. Лада не сдохнет, и съебись будет. Не видишь 1% или что? Там вот где премиум. Ну так смотрите повнимательнее. Скачайте Вуду, скачай Вуду, Ауга. Навари, блять. Хуярь Вуду посередине экрана, как у меня. И смотри, там эту залупу все видно. А то ты играешь, ты рейд видишь хп рейда вообще? Нет. Так сделай, сделай аддон это. Ты сразу поймешь, что ты красавчик. И будешь играть, заебись. Ты будешь сразу видеть. Если, конечно, глаза не закроешь. А так ты, блядь, ни рейда не видишь, нихуя. Ты не понимаешь, что в рейде происходит. Как хилы хилят, блядь. Интересуйся этой хуйней. Он не РЛ ему похуй. Ну так, блядь, не РЛ ему похуй. Это и не РЛу помогает, блядь, дохуя. Он на варе играет, ему кроме себя контролить нихуя не надо, понимаешь? Ну, бля, я посоветовал, блядь, смотрите сами. Но он себя даже законтролить не может. Короче, я хочу его танчить в другом месте, но что-то, блядь, мне не нравится вообще этот обзор. Вот я когда к стенке стою, я нихуя не вижу. Короче, все от вас зависит, типа. Если вы не запретесь там в этих... Смотрите, если два типа вот кинулось, как сейчас, сразу говорите, что вы водите. То мы если... Чё, бой на ком-то, если что-то не курю, блядь? Ба похуй. Да, я тоже бафнул, там бат появился. Ауга, установи аддон лоу хп алерт. Там нахуй этот лоу хп буду ставишь и пиздец. Кризал Док Ара. Какого хуя? Чё, Голя? Чё? Ну, посмотри назад. У тебя шаман уже мёртвый. А чё это такое? А, нихуя. Блять, спрашивали, у кого комбо люди. Арча, как? Задыхаем, всё, сейчас протонемся сюда. Арчи, один вопрос. Пиздец, как вообще. Нахуй? Телепатический вызов. А можно ебать, это, блядь, не игра, это просто пошли не нахуй. Что-то мы тут задерживаемся, ебать. У нас еще три босса потом. И дева там, вот это все хуйня. Еще и Ика на фул, блядь. Что там на... Да Ика хуйня, нахуй. Хули там задержится, если все делать правильно. Сложный слишком босс. Ика? Угу. Ты нихуя не сложный, блядь. Надо просто открыть свои ебучие глаза, блядь. Начать делать все правильно.
Истобафы у кого было? Не было на этом крае. Рыба ест 10 секунд. Не сидите там по полчаса. Давайте, блядь. Арч. Давайте не обострёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Да похуй. Все равно падаем до хуя. Стрелка КД есть. Влево. Ну, вправо. Бордели, бегите. До 30% надо всем дожить. Ну да, у вас. Блять, нахуя я стрелку дал. Вообще прям, блять, он повесил, я сразу дал, блядь. Да вообще на 30 ее надо давать, сука. Вот видите. Она откадешься, сна. Так это понятно, вот видите, теперь я долбою, блядь. Ну и еще рога у нас упал. Фу, так рога из-за меня упал, блядь, из-за истерии. Серьезно? Ну да, оно же один хп оставляет. Ебать ты топовый. А он эмблемки фарм. Дали эмблем. Да что-то мне кажется лучше никогда не кидать, потому что, блядь, кто его знает. Комар в глаз прилетит и пиздец. Мне понятно, что она откатится. С пула норм, но... Блять, я еще поздно дал на. Че, БР нет? Минута 30. Че, шамана поманит? Да, нормально. Сколько и нормальный рез в процентах тебе? Бегать. 30. Ну вот на 60. Дашь сейчас на него инер, чтобы откатывался, ага. В конце уже. Один хп. Зипку-то зачем? Как там метеоры? Слава, уводи. А, ну вот, я про это говорю. Съебывайтесь, вдруг кольцо будет. Вам есть где стоять? Я просто не вижу. Да. Блять, труп Роги главное достанет, нет? По идее должен. Давай резай сейчас. И фулл баф по нему быстрее. И хуярь сразу. После 30 уже только дам. Сейчас не рисковать, отбегайте. Так, огненные просторы фазы. Черный лес, на черном лесе надо все отдать. 30% вот это одно хп не будет уже.
там истерия будет, и гера будет. Идр? Бомжей сдать всю херню надо будет. Какой Идр, Арчи, блядь? Стоит бамбук курить. Ресы, 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 мана пока. Не дамаж, Арчи, не дамаж. Надо ресы только на черном на лесе. Фазу. Стой, кури. Идр только в хила здесь идет. Ману держи до последнего этого фазы. 1% черный до фазы. Сейчас процент добиваем. Ну и давайте. Слайк прям в нас прилетело. Уводи влево, влево. Все. Черная пустошь, ребят, давай. Все, Геру, и теперь вы можете, если что, к боссу подходить. Но когда подойдете, типа, чтобы, когда он кастует кольцо, отлетайте к стенке, не в метеоры, иначе вы подохнете. Закинул. Все, супер бурсты, блядь. Пиздец. Ваш. И чекайте метеоры, смотрите там. Я только босса жопу. Летит в РДД-зону. Ну все, перебегайте. О, ебать. Спиной все к этой хуйне встаньте. Нормально летит. Ауга, на этот случай. Этот. Щит одеваешь. Я знаю, стойку меняешь и блинк. Нет, нет. Щит одеваешь и глухую оборону. Есть у тебя такое? Да. Макрос, щит, все есть, да? Да. Нормально летит. Под шивы бы в огне выжил, я думаю. Да нет, среагировать, блядь. И рывок кого-то, только не в танк, а то в танк еще тычка придет. Вмешательство одну автоатаку собирает. Ну там лям, добивайте. Я в курсе. Нормально летит. Все, это победа. Должны успеть просто до упора ебашь. Вот сейчас отлетите. Всё. В нас. А, нет. В нас дали. Прям. Прям в нас. Поебать, до упора бейте, до упора бейте. Отводи левее чуть-чуть. Правее слава. Отводи, отводи. Здесь не забивай. Все, забивай. Взять секунду, ничего. О! Ауги второй кусок. Сука. Просто обоссанный буду, не пучи. Ты что там сморкаешься, блядь, или что? Твари ебаные. Че, шахматы, а потом остальную хуйню, да, идем? Да, давайте. А я уже пошли. Ну портал есть. У меня же есть шлем, да? А, понимаю. Антошка. В смысле, а у первого это 4 в студию. Ну. У кого по сколько кусков сейчас? Ауги, две куска, все нормально. Дайте Аугу. Ауги. У него перчатки есть. Да? Ну все, заебись, теперь два будет. У нас еще один армс теперь. Не знаю, он фурики хочет играть. Ну что, фурик тоже, выдаст депас? Да тоже неплохо, но там РП. Там РП надо, там 45-й шмот надо ждать, чтоб фурик что-то бил. Так, ты за шахматы шаришь? Хули тут шарить, блядь. Ну кто-то не шарит, нахуй. Кто не шарит, тут сейчас начнет шарить, блядь. Все очень просто, блядь. Подходите сюда к шахмату. Что, дали Ауги второй кусок? Нет, еще. Ну и ладно, он, я думаю, он передаст. Короче, в короле сидит тот, кто хочет вала ебать и только одну кнопку тыкать. Вот звездочку поставил, это наш этот. Король, его нельзя, чтобы убили. А в двух некролитах садитесь те, кто должен стоять по одной линии с черепком и нажимать тоже одну кнопку. Еще хилка там есть. Черепок нужно задергать. В чернокнижника садится тот, кто хочет тоже нажимать одну кнопку, вот треугольник, и тоже хуярить в черепок. Все остальные люди в рейде, нахуй вы запустили, сука. Что тебе нужно? Кто-то в короле. Быстро, быстро есть. Пешки все вперед шагаем. Быстро все в пешки стели и вперед шагаем. Шагаем вперед шагаем. Все пешки двигаем. Перед королями и четырьмя фигурами дальше. Пока... Остальные пешки по краям тоже. Свободные вала не ебите, в фигурах больших не стоите. Встаньте в пешки, переведите их вперед. Быстрее нам пространство освободить. Там КД есть некоторые.
Все, вот пешки вперед продвигаем. Потом начинаем в линию выстраивать некролитов, поворачивая на главное лицом на Лейна и хуярь. Все, пешку до упора довел, пересел в другую. Бля, некр... А, вы не можете до короля достать. Как пешки доведете, начинаете играть волками и всей залупой прочей демона. Демона потом к королю подведем. Демонов крылатых, которые по краям. Волк ходит по букве Г, блять. Не надо на одну клетку его водить, блять. Хуйней занимаешься. Алло, блять, что ты на меня наезжаешь? Я нормально походил. По букве Г, блять, ходи. Вот видишь, как заебись. Вот это заебись. Все, красавчик. Там еще короля двигай, чернорука двигай за солдатика. Кто в короле сидит? Арчи. Двигай быстрее вперед, нахуй. Тапок нажимай, блять. И вперед двигай. Тебе надо Геру давать своим, блять. Этот хули стоит треугольник. В треугольник вообще никто не сел. Вы что, нахуй, обкурились? Пиздец, ребята, эй, буна. Сказал же, дамажит, блять. Все, и здесь Геру дамажит. Ебись. Все, я в треугольнике, блять. Давайте демонов по возможности. Вот, выводи с огня. Кружок, выводи с огня. Выложу. Потом встанем. Не двигайтесь только туда. Я уже волка под босса поднял. Демона по возможности потом подведете, когда там дырка какая-то освободится. Ищите любую дырку к королю, чтобы соседние все клетки дамажить. Арчи, а что ты делаешь? Припал. Демона вперед двигай, демона вперед двигай, вот за нашими пешками. Я уешь пешки. Чей это демон, блять? Эллада, двигай его вперед в белую клетку. Че ты стоишь? Да не сюда, ебаный в рот, наискосок. Тебе дамажить надо пешки белые. Куда вождь? Вождь куда пошел, блять? Съебись обратно к кружку. Наискосок назад, направо и назад, вот. И давай тут Геру. Вот, демоны ауешат. Как только дырка перед королем появится, разъебываете, встаете к королю на одну клетку, чтобы рейндж был, и хуярите короля. Все фигуры должны короля хуярить. Волк свободный стоит. Если кто-то спешек свободный есть, волка берем, буквы Г ходит. Ну, волк этот забагался, но. Ну, разбагается, значит. Очевидно. Может и нет. А. Выводи ромбик. Или подхиливайся, хуй знает. Выведешь потом. Подхилите волка, блядь, который босс ковыряет. Подхиливайте ромбик кто и кружок. Выбирайте фигуры, подхиливайте, какие вас просят. Какого волка? Он вот там рядом с боссом. Ну, я грызу босса. Он всё, умирает. Подхиливайте его, блядь. Дольше подамажит. Меня на демоне подхильте справа. Короче, этот волк не ходит, нажимаешь один и пропадает вот эта хуйня. Ну, значит, забагался, ищи другую фигуру. А, тут все заняты, но. Волка подхильте, который босса танчит. Да там хилки не бесконечные. Да умрешь, если что, ничего страшного. Кружок, чё ты спами эту хуйню, спамьте ПКД. ПКД спам. Пол хп снесли. 5 секунд. 5 секунд. Я на хп вообще спам. Перед вставить на это на место сдохшего нашего пехотинца вставить демона. Одного демона на место ихнего пехотинца. Когда труп исчезнет, тогда можете встать. Давайте, готовьтесь. Исчез, вставьте. Возвращай, отлично. Во, и давай дальше где-то. Перед боссом прямо хуярьте кого-то там, демона или волка куда-то, ебаните кого-то туда. Вон там клетка свободная, вот. Все, заебись. Жаль, волк забанился. Нахуй ты чернорука, Арчи, отводишь от нас. Ты Геру даешь ебучим кружку. Короля не в один от нас, блядь, ты нам Геру даешь. Демон, отойди направо одну сторону, я зайду
это за волк. На все ему пизды. А, нихуя. Как так? Я что-то не знаю. Что не знаю? Ну, а он походил ему, а у меня забагался, я не мог. Я нажимаю, короче, ходить, а у меня пропадает круг сразу. Ну, значит, еще раз надо попробовать центр клетки мышкой. Волки грызу для короля. Все, грызите этого пидора уже. Ну, 3 часа мы идем, но из-за глупых вайпов. Да, да, говорю, быстрее можно. На трэше вайп. Так еще, блять, хули 3 часа, еще эту оперу надо убить и эту бабу. Ну, там типа не было. Уже... Не выводи, не выводи, хп есть, бей босса. ХП есть, добьет. Бей босса. Стой в этой хуйне, похуй. Сейчас уже до упора бурстим. Да, мне еще волк сдохнет. Волк сдохнет, поставишь демона перед ним. А там 2 волка уже грызут его, да похуй. Сдохнет, ну, да. И поебать. Нам, мы уже пизды ему дадим сейчас. Вот как выглядит шахматы, блядь. Ничего сложного. Главное, короля разъебывай побыстрее. Я пока не могу прочитать. Вот как выглядят шахматы для дауна. Да, все идет. Все никак. И свои пидоры хилят еще. Хулет на шмотку, вы чё, блядь? Да еще одну. Ну, нормальная зато шмотка. Чё, портал это какой-то был? Или чё у нас? Да, пошли это, к Молчазаровскому. Пошли к Молчазаровскому порталу. Нормально, это нормально, только она нахуй никому не нужна. Только не туда пошли. Я вниз портаемся.